Всем привет, ребят. Продолжаем перешивать. Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Дениса с ником Эскобар. Вот такой вот у него интересный ник. И у нас сегодня будет роллинг талантов, так как у нас есть акция на ролл талантов. Будем пробовать выбить ему какие-то талантики. Сейчас посмотрим, что у него вообще творится на аккаунте. Аккаунт донатный. Вот такой вот у него донат, почти 800 тысяч. Хочет слить аккаунт, пишите в комментах, что не надо сливать его, потому что у него нету некроса, нету вольта, ему сложно, точнее некроса и не крыла, ему сложно воевать дальше. Всем сложно воевать дальше, но сдаваться это не вариант. Так, находится он в гильдии Спарта, боссы 21.00. Факела 20-45, БГ 100% быть или кик. Кидайте заявочки, вступайте. Вторые, третьи места. Ну, это, в принципе, рандомчик. Сейчас нету нигде первых мест. Все определяется рандом или за силы на битве гильдии. Так, поехали смотреть его аккаунт. Что у него тут есть? Шапочка неплохая. Друид с разбросиком не то. Смерть без талантика. Атлантикор не то. Ну, видно сразу, талантов не хватает. Варлок, Гарпия, Разброс, Берс, да, с талантами тут, конечно, беда. Каменка, ну вот это уже поотлично будет. Так, Ожива, Каменка, ну я бы не сказал, что все так плохо, отличное у него. Вот есть даже Железная Воля, вообще супер. Так, Ремочка, Исцеление, ну блин, неплохие таланты. Конечно, некоторым героям надо талантики доделать, но почему я бы не сказал, что тут беда, тут наоборот все очень-очень прекрасно. Так, Тесса, Утекание, Гнев, Бог войны, Разброс, Железная Воля, отлично просто, ну не знаю. Отличный аккаунт, хорошие герои. В общем, не все так плохо, даже очень и очень хорошо. Так. Ну, дальше пошли у нас допы, посмотрим, что у него пройдено такими героями. Отшея не зафармила, хотя уже должен был бы зафармить. Что по подземкам? Ну, подземки должны быть все. Да, 840 звезд по подземкам, отлично. Ну, не знаю. По-моему, огонь, как по мне. Так, окей. Что по ресурсам? Неплохо. Ладненько, поехали посмотрим акцию. Таланты выигрывают. Что там у нас сегодня есть? Так, льдышка. Камни, самоцветы. Что за большой приз? Руны таланта. Ну, такое себе рвение 5 уровня. Ну, в принципе, неплохо, но это надо 60 тысяч на роли. Так, окей. Эскобар, поехали. Где наш стрелок? Будем ролить, как обычно, на читерном стрелке. Не знаю, мне что-то на стрелке больше всего прет. Так, смены он просил не трогать. А, поехали. Поехали. Так, ну это рвение первое. Да, я вам скажу. Жизнь, боль. Смотрите, как одни единички сыпят. Ну,
Так, четверка замедления, не то, не то. Так, это, думаю, можно кому-то вцепить. Кто тут у нас на прокачке? Так, ворожей. Ниндзики. Цепим Дрейку. Так, поехали дальше. Вот так вот каменка выпала. Пятерочка, отлично. Теперь надо подумать, кому ее поставить. У него каменок уже хватает. Так, вариант Рину. Бигфут с каменкой вкачанной. Да, скорее всего, сейчас на Рину поставим. Однозначно, да, потому что Рину с атакующим, с каменкой он будет неплох. Так, тут уже прокачано все. Стрелок есть. Отличненько. Поехали, значит, ставим на Рину. Заменить. Поехали дальше. Так, ожило исцеление Бастион. Неплохо бы баст благословить для Фрей. Там ожива-то нафиг не нужна. Так, огненка четвертая. Чё не пятая? Так, смертельный удар. Ну, я думаю... Тут он нафиг никому не нужен. Сейчас посмотрим, чем у него черепа есть. Ну, давайте сюда поставим. Пусть будет пока так. Такс. Поехали дальше. Ракушка. Да что ты сделаешь-то, а? Самое беспонтовое, скажем так. Да, у него, кстати, по ремочкам печально все. Такс, поехали дальше. Просветик, неплохо. Просветик, просветик. Сейчас посмотрим. Тут 200, тут смысла особо нету что-то ставить. Так, тыкалка качается. Но смысла нету. Ниндзику тоже неохота ставить. Так, химка, еще одна тыкалка, 180-я. Так, ворожай без скина, еще одного он качает минуса, зачем, не знаю, честно говоря. Так, Анубис есть, вариант Анубису поставить. С того, что у него такое интересное. Так, Анубис. Ну, дальше уже все такое себе идет. Череп со смертельным есть даже. Да, давайте поставим на Анубиса.
Такс, ну поехали дальше. Ну, рандомчик. Давай что-то. Рвение первое. Блин, да ямку бы словить. О, бог войны, отличненько. Отличненько. Так, смотрим, шапка нет. Смерть нет. Варлок там, по-моему, у него без талантика. Так, вариант варлок. На вольта даже ставить не буду, бессмысленно будет убиваться. И Афинка. Вариант Афина, Афина, Афина. На Фрейю смысла тоже особо не вижу ставить. Хотя он Варлока не использует. Вариант Афина, мне кажется, с его составами на Афинку, наверное, будет даже получше поставить. Малышник еще вариант есть. Такс, такс, такс. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Варлок такое, не знаю. А вот Афина все-таки больше используется. Ставим на Афину. Толку больше будет. Такс, окей. Хоккей, хоккей, хоккей. Поехали дальше. Где наш стрелок? Ну, неплохо уже. Еще бы ремочку выловить. Так, четверочка. Ну, четверка это херня по сути. Ожог. Чую, чую, сейчас что-то годное должно выпасть нам. Ну. Блять, ракушка опять. Да что такое-то, а? Эти ракушки, блин, что-то не прет вообще. Такс. Блин, на Фрейю талантик нужен. На Фрейю надо бастион ставить. Поехали дальше. ТУшка. Утекаха. Нафиг четвертая. Хотя можно было бы Афине поставить, но толку от нее. Так, ну, блин, четверка. Хороший талантик. И опять же, его некому тут ставить. Так, ладно, поехали дальше. Тройка сразу же упала. Облом, облом, облом. Такое себе. Такое себе, давайте попробуем. Что-то придумаем. Что-то интересное придумать такое.
Вот такое себе придумали. Бум. Решил забрать еще воодушевление. Конечно, я на Афинку уже поставил. Но он потом со временем сможет себе докупить. Так, воодушевление я взял, потому что, во-первых, надо будет на Афину. Во-вторых, надо будет ему сюда менять, тоже надо будет воодушевление еще одно, либо захочет кому-то другому поставить. Варианты как бы есть. Вот так вот, сейчас посмотрим, что там у нас еще в сетиках выпадет. Акции я уже бегать не буду, он уже сам доберет. Так, окей, поехали, поехали дальше, доролим и заберем акцию. Так, четверка не надо, четверки буду пропускать, нафиг надо, поехали. На ускоренном упадет, не упадет. Ну видите, на ускоренном ни хрена не падает. Ну хотя бы акцию заберем. Так, живо, у него тут до хрена. Так, где у него триант? Триант. Так, живо уже есть. Варианты еще какие? Ну, сюда поставлю. Так, поехали дальше. Так, рвение. Ну, блин, дай пятерку какую-то нормальную. Рандомчик. Что за фигня? Чё? Блин, четвертая ремка. Нахрен её. Глаза только муляет. Стойкость. Ну, вот это уже получше. Как бы поставим пока сюда. Это получше будет, чем ожива, однозначно. Так. Ай, ладно, не будем это ставить никому, поехали дальше. Да, что-то стрелок сегодня не особо, ну, в принципе, берс. Берс нахрен не нужен. Надо было порулить ему героев. Найти самоцветы, так, тяжелый удар. Пятерка. Огненная защита, отлично. Огненная защита, интересно. Так, вариант есть вольт на огненку. Что у него еще такое тут интересное есть? Можно огненку и на фрейе было бы поставить. Так. Да, у него тут, в принципе, вроде как бы. Вот тут еще можно попробовать. Вот так вот сделать. Поехали, добиваем. Да, печально, печально. Но в любом случае такой аккаунт сливать не стоит. Так, окей. Поехали, забираем, забираем. Такс. Ой, он что, зашел? Вот так вот
Не дает нам забрать последнюю награду. Такс. Поехали. Еще у нас есть 10к. Сейчас точнее будет. Сейчас я гляну, чего у него по героям не хватает. Надо было, в принципе, добить. 15к и оставить. Так, а что мы там получили? 10 чего-то, да, получили. Такс, 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 такс. Давайте награды сюда. Ну. Смотрите, они хотят давать нам награды. Жесть какая-то. Так, вот есть. Получить все. Ну, для прокачки есть. Такс, заходим сюда. Да, у него Асура нет, Огнекрыла, Риббита. Все остальное, в принципе, есть. Поехали еще паролем. Значит, талантики, вдруг повезет. Может, пятерку выбьем опять. Стойкость сразу же упала, блин. Что с этой стойкостью, блин, делать? Боль, четвертая ремка, конечно, но... Четвертая ремка. Ну, сюда тоже нету смысла ставить стойкость. Лучше уже сюда поставить вместо гнева. Так, окей, поехали дальше. Ну, как видите, акция, в принципе, такая себе. Блядь. Да это жесть какая-то, ребят. Просто издевается рандом. Просто сюда вот так вот поставлю. Хотя я знаю, что каменка тут лучше было бы, но пусть будет там. Ну блин, дай какой-то талант нормальный. Просто жесть. Два самоцвета оставили. Вот так вот, ребят. Ну, зато у него есть еще два воодушевления, которые, я надеюсь, он использует правильно. Все. Пишите комменты, подписывайтесь. Я пошел, наверное, уже спать. Я уже за 5 утра, 6 утра проходил так древнюю локацию, новую. Ну, в принципе, я считаю, неплохо. Конечно, самого убили много, а имбовых талантов не особо выбили. Скажем так, каменка, там, стойкость и прочее. Ну, в принципе, неплохо. В любом случае, пишите парню, чтобы не забрасывал аккаунт и не сливал его, как он это хочет сделать. Все, участвуйте в конкурсе на Огнекрыла. Всем пока.